Доброе всем утро. Сегодня у нас уже 17 декабря 2022 года. Собакинам кушать? Да, собакина? Кушать? Выбежала? Выбежала. В общем, здесь, как всегда, кашка-малашка. Субпродукты, короче. Но субпродукты ешь, съедай все. Чтобы все вылокало и съело. Продукты. Так, что дальше? Надо Маракина еще сдать. Меня уже ждут птички. Сейчас я быстренько все раздам. Как всегда, все банальное. Просто. Так, здесь субпродукты. Головки куриные. Ну, вкусняшка, в общем. Собачья вкусняшка. Посмотрим заодно погоду. Вроде бы не сильно холодно, но ниже двадцатки. А, птички уже ждут давно-давно. Ага, минус 22. Выползай, чудо. Чудо. Выползай. А, они еще сидят. Птицы счастья завтрашнего дня. О, пусть сидят. Хорошо, подъем. Вытаскивай мусор, съедай все, съедай. Найдайся, чтобы лапки не мерзли. Так, потопали домой, и та ест. Ну и все, аппетит хороший. Съедайте, найдайтесь. Потопали до дома, зимний кот выходил, потом зашел домой. Дома зимний кот. Так, а пока мама занята делом, мама здесь чистит кальмары, их вычищает. Это муторная работа, да, мама? Костики все вот это чистить. Я вот что, я вытаскиваю масло растительное. У нас осталась картошка. Я разомну картошку, сделаю тесто и хочу все-таки в духовке постряпать пирожки. Небольшие пирожочки сверху смажу яйцом, сделаю бездрожжевое тесто, тоненькое сделаю. Ну и добавлю в начинку, наверное, баночку говяжьей тушенки. Сейчас, пока я все достану, подготовлю, приведу себя в божеский человеческий вид, более адекватный. Ладно, ролик продолжается, начинаем уже со стола делать. Так. Сыночка здесь поснимал, заодно я поснимал, все поделал. Буся здесь, отец здесь, сейчас будет уже кушать. Ну, такие приготовились, да, Буся? Я отдельно поснимал, короче, ролик, они еще горячие. Я один надкусил. Вот такие я приготовил, заварганил. Будь здоров, отец, не в то в гору пошел. Так, сейчас покушаем.
Я один съем, я один смякаю все-таки. Он еще горячий. Тоненькое тесто. Ну, надо накрыть. Все, немного подостынет. Сейчас отец померит давление. Как раз заодно. Нормальная пирожочка. Гудит. Гудит, гудит, гудит. Сейчас покажем. Горячая. Горячая. Горячая еще сильно. Все. Что там скребется? А, мама, наверное. Что? Да сбил поменьше стал. Сбил? Ну, сбил давление. Таблеток напился. Сбил. Всегда повышенное давление у отца. Нормально. Ничего не поведешь. Ну, сейчас вот это все я убираю. Ролик продолжается. Готовил отдельно. Все соответственно. Да, Гуся. Ролик продолжается? Да, мама. Я еще снимаю. Сейчас масло уберу. Давай, 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 давай. Че? Вот было давление. А сейчас давление меньше стало. Сбил. А сейчас сколько у тебя? Сейчас 160. Ну это вчера у него было. 168. Но это вечером у него было вчера. Ух, замерзла. А что это я? Мамка на улице уборку делала что-то. Да, я здесь маленькая еще по это. Я думаю. Народ маленько, вот на это я постучала. А сейчас 168. А сейчас как космонавта. Сейчас в космос можно лететь. 78-79 на 84. И он показывает 154 в больницу ложит. Ладно, Вова, не это. Не нашел чем хвастаться. У каждого все по-разному. Да, вот у меня да. Тоже слег. Сейчас я буду все убирать. Вот купить надо. Вот купить надо, да, нельзя вот купить. Ничего. Сухой закон. Он пьет, крышку с колодца открывает. А что, утро или вечер? Ну, так. Ага, им ни хрена не делается. А потом здоровье это падает. Так они долго не живут. Долго они же долго не живут. Да, Буся? Долго не живут. Кто много пьет, тот долго не живет. Организм-то сразу. Но сперва-то ничего, нормально. Ты сперва молодой, все, а потом в один момент прекрасный. Картошки? Ну, сейчас я здесь вот это уберу, всю футболку сниму и пойду воду набирать, короче. Ну и все, сейчас. Да, кошки? Так вот дома вечер у нас. Дома вечер, ладно. Закрываем. Ролик у нас продолжается. Так, ну и как же я не дам мурашки? Мурашки обязательно надо дать. Да, Мурахина. Мураша. 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 Мурашка. Мураша, Мураша, Мураша. 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 Привет, Мураш. Рубай, держи. Ешь. 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 Кушай давай. Ешь. Ешь. Ты спала? Спала? Все. Спала. Спала. Все, ешь давай. Ешь. Ешь. Иди ешь. Все, ешь давай. Хватай. Хватай, иди ешь. Иди ешь, все. Иди ешь. Иди ешь. Иди ешь, все. Иди ешь. Ешь, иди. Ешь, иди. Эх, мурах, мурах. Иди ешь. Чего? Чего? Ну, чего? Чего, мураха? Ну, все. Иди ешь.
Ешь, иди. Побежишь назад, хватай. Спала. Ешь, иди. Все, оставайся. Всем уже доброе утро. Сына. Сына, доброе утро. Сейчас буду я кормить собакина. Подожди. Подожди, не прыгай, не прыгай. Ну, подожди. Зимний кот давно уже меня тут ждет. Подожди, сына. Ешь давай. Ешь сосиску. Часть сосиски. Кушай. Я достал, короче, птичкам пшена. Надо будет мешать потом пшено. А кто я встал пока? Туалет свои и домашние дела почистил, сына. Зубки свои милые. Зубежки. Ну-ка, все, все, сына, хорош. Хорош, не балди. Не балди. Не хорош. Все, не балди. Все. Идем кормить, короче, этих. Ну, запрыгивай, запрыгивай. Во. Запрыгивай, сына, запрыгивай, запрыгивай. Запрыгивай. Идем кормить, короче, этих собакинов наших. Да? Заслужил? Ну, что тут долго, говорит, сидел отец, говорит. Все меня сдал. Сегодня немного попозже встал. Тут опять такой болел, я похудше. Бача, уползаем из норки. Но полную, полную, полную. Сейчас, доча. Иди рубай, все съедать надо. Все прям нужно съедать. Рубай жирное все. Ой. Съедай все. Скушивай. Ты что бежишь? Ты что бежишь? Ну что ты бежишь? Тили-тили-тили-тили. Нету, видишь? Ну нету. Иди домой давай. Суп ешь домой. Пусть идет домой и ест супчик. Сосисочный кот. Да, вот это. Да, ты здесь, ты здесь. Тут как тут. Тут как тут. Тут как тут. Посмотрим заодно погоду. Что там у нас с погодой. Минус 22 или минус 23. Минус 23, в общем. Так, подъем. Подъем. А, птичка тоже прилетела. Мурашка. Подъем давай. Мураха. Мураша, подъем давай, вылежится, пока вытянется. Иди, ешь. Давай вылазь. Доброе утро. Ну, доброе утро. Пока вылежишься, вытянешься. Давай лапки мерзнут. Я знаю, что у тебя игривое настроение. Но спишь. Спишь? Спишь? Иди ешь. Иди ешь. Ешь, иди. Рубай давай. Давай в чашку. Лапки будут мерзнуть. Все. Не буду я с тобой играть. Он у меня еще. Ну что ты сзади? Иди ешь давай. Ешь. Ну ешь, ешь, иди. Иди ешь сейчас. Не буду отвлекать. Так. Не буду я отвлекать. О. Так вот сделаем. Ой. Боже ты мой. Ешь, ешь давай, ешь. Играешь, бегаешь. Мясная. Лакай давай. Мало там головы. Все. Не знаю. Так. Так получается. Вон они, птицы сидят, ждут. Ты все бегаешь, прыгаешь. Ну, лапки же подмерзают. Боже ж ты мой. Хорош бегать, прыгать, надо и сразу же. И кот еще бежит. Ешь давай, охраняет кота. Ешь. Кот бежит. Ешь давай. Ну ешь. Не хочешь, не ешь. Ё-моё. С ребенком тебя. Чё? Чего орёшь, ходишь? Тоже лапы замерзли. Мураша, ешь давай. Ешь давай. О, ешь. Ешь, ешь давай. Чё? Чего зимний кот? Лапы мерзнут.
Лапки мерзнут. Да нет у меня ничего. Все, беги домой давай. О, ест, ест. Кушает, кушает. Сейчас я тебе дам оставшиеся. Дам сейчас. Все, тоже лапы мерзнут. Так, дочь ест, все едят, в общем, пусть едят. Наедается. Там половину крупы убрать. Сейчас я тебе сына дам. Да, крупы мало осталось. Надо пшена. А другую они не очень едят. Чего? Замерз! Замерз! Сейчас я дам тебе сына. Сейчас я тебе сынка дам. Иди, сына. Кеша, Кеша, иди. Подожди. На, не хватай, не хватай. Ешь давай, съедай. Съедай, ешь, в общем. Съедай колбаску. Мягкая колбаска. Съедай все и домой давай. Ты не один колбасочный ты мой. Ладно, идем домой. До дому, до хаты. Так, пока я накормил собакинов, здесь у нас жарится, что мам, кальмары? Жарится эти сметане и кальмары. Кальмары, смотрите, какая да, красота. С перчиком и с перчиком, солью. Каша. Это... каша. Там рис, короче. Рисовая каша, вот такая. Рис там отваривает. Со специями, все. Да, да, да. Мамулечка, как ваше настроение? Тут здесь нормально. Гуся умывается. Нормально. Гуся уже бумажки вот тут вот. Пожрала. Понятно, ладно. Сейчас доготовиться можешь. Они сейчас быстро кальмары. Сейчас они приготовятся быстренько. Готовы уже. Лядушки пусть готовятся. Так, у нас здесь несколько сотен уже, некоторые поулетели. Сколько их много, да, на всех ребята не хватит. У вас здесь целая куча. Да. Так, ну в принципе вот это наш завтрак. Здесь кальмары. Это я все съем, наверное, на сегодня и все. Это уже получается у нас ближе к обеду. Кальмары потушеные. Для гарнира рис рассыпчатый. Он прямо аж рассыпается. Сейчас вот это все взеваю, навернем. Зевая. Ну ничего, кальмары мы любим. Я как раз не снимал, я сегодня поздно встал. Смотрю, мама уже готовит вкусняшку. Не стали снимать на ее канал. Так как уже не раз такое блюдо готовили. В общем, день у нас продолжается.
еще что-нибудь поснимаем. Сегодня у нас уже воскресенье, 18 декабря. До Нового года осталось 13 дней. Так, и пока усынули красоту ли здесь зимний кот, вот здесь все кошки. Усынули красоту ли вот такие обновки. Я говорю, мам, не надо, давай, я говорю, потом постелим. Потом застелю. Давай. Стели. Буду, в общем, стелить. Наводить марафет. Ладно, я думаю, этот ролик мы на этом закончим. С вами был Сынуля Красотуля. Зимний кот Иннокентий. Что скажете? Скажи что-нибудь. Ну, тё. Все. Почесался. Мусик здесь же сидит. И мыша тут же трескает. Ну, а, Муся. Ладно, с вами был Ильич, всем пока-пока, мы еще увидимся, подписывайтесь на обычный канал, об обычной, ай, такой сонной жизни. С вами был Ильич, всем пока-пока, мы еще увидимся, жизнь продолжается, постарели мы еще ровно на одни сутки, точнее на двое суток. Все, всем пока-пока, с вами был Ильич, еще увидимся.